Блин, зацепился. Так, давай, давай. Заберет. Хотя... Аптеки, пожалуйста, только не слейте. Но там вообще никого нету. Контейнер лежит. Контейнер это важнее. Давай. Так, вас я бомбу поставил. Все, прыгаем. Давай, так. И упадает. Все. Давайте открываем ультраконтейнеры. Так, у меня сейчас есть оверка, я заметил, у нас на мосту гол. Еще один. Так. Это первый летит контейнер. Блин, зацепился. Так, давай, давай. Есть, я забрал контейнер. А второй у нас где... Блин, я заметил. А, вижу, в деревне летит. Ну, понятно, я от того, что не успею. Да, там забрали уже голд. Я забрал хотя бы контейнер. Потом, конечно же, его откроем, а так переходим дальше. Снова звучит сирена в золотом ящике. Я также прятался за этим большим домом. Контейнер, блин, летит. Я думаю, что это черный сразу, понятно, был контейнер. Там, мне кажется, уже кто-то его заберет. Хотя... Блин, просто чуть-чуть не успел еще сейчас. Я не знаю, зачем, но... Ой, еще даблкил сделал вообще красиво. Ну, просто так сейчас еще оверку зачем-то включил. Не знаю, как-то само включилось, можно сказать. Ну и давайте откроем контейнер, который я поймал в битве последним. Так, 125 ддшек попадают, окей, переходим дальше. Короче, я зашел на свой самый маленький аккаунт, это ZLPK3DC, в общем-то, получил один контейнер за заданки. Сам он, получается, выполнился, и давайте откроем его сразу же просто. И он почему-то очень долго думает. И упадает в синее свечение, 25 тысяч кристаллов. Я только зашел на этот аккаунт, мне уже 25к подарили. Короче говоря, получил сразу 3 звания, ну, конечно же, не в одной битве, в общем-то, получил за них призы, так, еще один контейнер получил, челленджи, задание, миссию, ой, один уровень прошел, так. И давай сначала откроем, конечно же, этот контейнер, который за миссию получил. 125 трем комплект попадает, в общем-то, сейчас я буду ЗЛПшки уже снимать на этом аккаунте. Так, у нас звучит сирена о золотом ящике, нычки вроде нигде не было. У нас еще одна сирена. Так, я пока что вообще ни один голд... А, все, я понял, между двумя домиками и второй на центре. Ну и, конечно, буду пробовать брать второй. Блин, Жига очень сильно сейчас меня бесит, чем-то бьет. Ладно. Но сейчас вообще я урон не набиваю, поэтому будет, наверное, сложно. Так. И просто врыв... Блин! Я чуть не пролетел. Я вот просто в миллиметре что-то стартанул слишком рано и случайно, короче, пролетел. И у нас еще одна сирена. Быстро сейчас ее тоже... Точнее, метку этого голда тоже постараюсь найти. Быстро едем искать. А, блин, я вижу, у нас он в деревне, он летит. Ну, тогда уже не успею, поэтому, наверное, перейдем просто дальше. Снова у нас звучит сирена в золотом ящике. А, я вижу, у нас он на мосту. И у нас еще одна сирена. А это летит контейнер, смотрите-ка. Так. Я спокойно забрал вообще. Я еще кого-то слил. Блин, я кого-то слил. Амар, короче, какого-то пацана слил. Тупо из-за того, что я выстрелил случайно. Ну, второй голд уже заберут, но я хотя бы забрал контейнер. Ладно, уж один килл сделал, ничего страшного. В общем, потом откроем этот конт. Ну и давайте будем открывать этот конт, и я надеюсь, что-нибудь выпадет крутое, чтобы прям, ну, 10 тысяч кристаллов. В принципе, неплохо, переходим дальше. Звучит у нас сирена в золотом ящике, прям в самом, в конце битвы, и у нас он на мосту, я заметил уже. Так, один голд только, и летит контейнер, блин, а как я сразу не заметил. Сейчас главное, чтобы меня не слили, потому что у меня нет аптеки, пожалуйста, только не слейте. Я прошу вас, нет. Блин, зачем я так рано сюда подъехал? Вот сейчас я сам тупанул так вот. Ладно, ждем следующих. Так, а у нас голдик снова. И... А, на мосту, вижу. У меня сейчас нет оверки, поэтому... Ну, это обычный хотя бы. И смотрите, просто сейчас заберет. А, его слили. Блин, рельсы прокосило, хорошо.
у нее еще оверка закончилась, но я просто влагал в него и спокойно забрал голд. Звучит у нас сирена в золотом ящике в самом начале боя. И даже дабл сирена. Так, я вижу, первый у нас летит обычный, и второй тоже обычный. А, еще третий контейнер, смотрите, около водокачки контейнер летит. Капец, как я заметил просто последнюю секунду. Пришлось здесь кристаллов еще забрать. Но там вообще никого нету, контейнер лежит. Охренеть, смотрите, просто рядом с контейнером стою. Капец. Кажется, спокойно забираю конт, и главное, чтобы меня не слили. Так, давайте открываем этот контейнер, и 125 двойной защиты нам выпадает. Ладно, поздравляю меня, ждем следующих. Звучит у нас сирена в золотом ящике, сейчас быстро нужно... Чуть 10 кристаллов не забрал. Еще голд. На мосту один, и в контейнер летит. Так, я, конечно, поеду на первый. Контейнер это важнее. Давай, давай, давай. Есть, спокойно забрал конт. А второй у нас летит обычный. Капец, просто изи контейнер забрал. Это уже который контейнер, блин, на этом аккаунте мелком. Мне либо здесь везет, либо это сейчас просто пока что так, ну, игроки, можно сказать, поддаются. Ладно, потом откроем этот контейнер. Так, снова давайте открывать этот контейнер. Уже третий за третью битву, что ли, я сейчас не считал. Ладно, давайте открываем. 3500 выпадает. Окей, ждем следующих. Снова прозвучала сирена, и прямо передо мной метка появилась. Так, я сейчас сразу поп... Ну, это обычный летит. Я даже что-то не хочу нарить оверку. Давайте лучше пойдем на второй сразу. Потому что на обычный тратить оверку не хочу. А вот, надеюсь, это будет контейнер. И... Ну что это, блин, я не заметил даже. Обычный летит. Да блин, я еще кого-то слил, еще так лагает, сейчас жестко. Еще 10 кристаллов забрал, ну это капец, реально. Вообще, ладно, ждем следующих. Снова голд, у меня сейчас пока что оверка еще не накопилась. Но я надеюсь, пока я найду точку, она накопится. Но я что-то заметил, да, заметил. Она у нас на рельсах, и давайте-ка сейчас лучше поедем искать второй голд, потому что первый обычно меня не интересует. Мне нужны только контейнеры. У нас еще голд. Так, один здесь. Ну вот на этот у меня оверки хватит. Я вижу, там один у нас в городе летит. А этот тоже обычный. Ну ладно, давайте будем пробовать забирать. Короче, я забрал голдик, я надеюсь, там никого. Хотя нет, я двоих, блин, убил. Ну это вообще жестко. Так, у нас звучит дабл сирена, и сейчас быстренько погнали искать метку. Я вроде заметил, где-то в центре был, да, вот здесь вот один. А второй чуть подальше. Ну, я буду все равно брать первый, потому что неважно, какой должен тут уже брать. Все обычные. Так, хопперов фриз сваливает сюда, я спокойно забрал голд. Просто вообще иди, у нас еще одна сирена прозвучала, я заметил. Деревни здесь нету. Так. Стоп, это летит... между двумя домиками, да? Блин, нет, это 10 кристаллов. Я вижу, это летит контейнер, капец. Я, но я все равно туда, наверное, не успел бы доехать. А, жалко, ладно. Спартан 306, поздравляю с контейнером. Остальных с обычными голдами, короче, ждем следующего. Снова звучит сирена в золотом ящике. О, метка где? Я опять 10 кристаллов случайно забрал. Не заметил хотя бы метку. Там кто-то стоит. Даже не подозревая то, что я у него отожму этот голдик спокойно. Конечно же, я надеюсь, что это никого не поджег. Ну ладно, поздравляем с голдом обычным и ждем следующих. Так, снова голдик, снова голдик. На мосту нигде вообще нету. Там нету, нету, нету. А, блин, я вижу, у нас около водокачки. Но я давайте лучше сразу срежу... Хотя нет, стоп, оттуда поехал. Давайте-ка отсюда поедем. Да блин! Ладно. Я еще там его, кажись, поджег. Короче, все-таки пришлось включить оверку свою. Хотя бы забрал голдик. Я еще все-таки слил там какого-то 729 дарк. Сразу слил. О, у нас звучит сирена в золотом ящике. Я просто включил запись, хотел записать, как залезаю на тот дом. Ладно. Где у нас голд? У нас еще одна сирена.
Так, здесь нету. Там нету. А, вижу, один здесь летит. Ой, далеке летит, а один здесь. Но я буду брать вот этот вот. И это летит контейнер. Так, Васпик бомбу поставил. Все, прыгаем. Давай, 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 давай. Есть. Просто изи забрал. Капец. Я, короче, сначала не хотел прыгать, потому что там Васпик поставил свою бомбу. Если бы я прыгнул, у меня просто в миллиметре, мне кажется, от контейнера бы слил эта бомба. Вот, серьезно. Что тебе надо? Что тебе надо? Хоппера Гаус. Так, давайте сейчас попробуем. Ой, сейчас первый раз получилось. И, короче, вот отсюда вот прыгайте просто на сам дом, и все. Ну, я это просто хотел показать, как туда залезать вообще, просто как паркурить этому хоппере. Так, давайте открываем этот контейнер, который поймал в битве. Соцвет 3 комплекта впадает, переходим дальше. Короче, я выполнил заданку, поймал 30 золотых ящиков на карте, кажется, ну, в карте Кунгур, точнее. Получил один контейнер, там и звездочки. В общем, сейчас у меня 4 контейнера ультра и один обычный контейнер. Это заданий. Я даже начну с обычных. И 5 золотых ящиков выпадает. Вот это мне нравится. Вот золотые ящики, они такое вот зеленое свечение, самое такое крутое, потому что их скидывать как бы можно. Ну и давайте открываем ультра контейнеры. 3500 выпадает с первого контейнера, хотя я ожидал какого-нибудь там золотое свечение, как и на другом мелком аккаунте. 125 ускорений. Короче, у меня там какой-то баг произошел. Давайте открываем следующий контейнер. 125 ускорений. Это третий. И четвертый, последний конт. Вот на основе мне вообще почему-то не везет с этими ультра-контейнерами. Вот зачем я их выполнял, не понимаю. Просто сидел все время, набивал. И ни хрена ничего не выбил. Наверное, больше потратил припасов, чем сейчас выбил я. О, блин, ладно, короче, переходим к следующим голдам, хотя я, наверное, уже не буду их записывать. Вот и подошла последняя часть ЗЛПшки на карте Кунгур, на хоппере. Я надеюсь, она вам понравилась, потому что я старался ловить эти контейнеры. Кстати говоря, некоторые подумали, ну, может, подумают сейчас, то, что я это записал сегодня именно, но нет, на самом деле, это записал уже давно, просто выложил уже попозже, потому что у меня просто не было времени его как бы отмонтировать и просто выложить. В общем-то, если вам понравилась эта ЗЛПшка, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но если вы хотите сразу самым первым видеть эти ЗЛПшки, то нажимайте на колокольчик. Конечно, напишите комментарии, я на все буду на все буду отвечать и лайкать, конечно же. В общем, всем большое спасибо за просмотр данной ЗЛПшки, всем желаю удачи и всем пока-пока.